Здравствуйте, начинаю брейк по футбольной коллекции Мозаик, 21 год. Будет коробочка гибрид, там один авто, получается 18 пакетов по 8 карт. И коробочка бластер, 8 пакетов по 4 карты. Так, фиксируем время 23 августа, 15:00. Есть еще одна коробка вот такая, может сегодня выставлю уже вечером. Записали, начинаем, 15:00, ну все, всем удачи, автограф один точно достанем, что еще найдем, не знаю, хочется, конечно, тиражки, хочется даже автограф вот в такой коробочке взять, здесь какие-то, возможно, есть автограф, а может, что и нету. Ладно, не будем тянуть, погнали, это лучше, чем ничего, а то футбол у нас как-то зачах. Теперь хоть маленько оживаем. Так, коробочку пустая. 8 пакетов. Давайте их вскроем. И по одной. 4 карты. Одна из них точно не базовая написана. Будет. Но какая, неизвестно. Это оранж параллель, грин параллели там. Всякие. Посмотрим, их очень много, всяких разновидностей этих коробок. Выпускают, путают нас. Вернули бы цены старые, мы бы брали бы пачками. Итак, бластер. Бластер. Давай, прыгивай. Внизу карта какая-то не базовая получается. Переливается. Так. Итак, начинает Австрия. Грбич. Базовая карта. Трауре, которая Адама. Вылитый испанец. Далее Маркус Тюрам, француз. И вратарь Чехии. Томаш Ваклик. Или Вацлик его, как правильно. Здесь вот призм написано. Ну, вот такая карта. Первая не базовая. Хочется, конечно, автограф зацепить, но это из мира фантастики, конечно. Мы его достанем. Далее, следующий пакетик. Словакия, Мартин Вальент. О, там вот зелененькая какая-то будет параллелька. Для Финляндии Роберт Тейлор. У финнов красивая форма такая. Далее Англия, Доминик Кальверт-Льюин. И Германия. Ух ты, какая красота. Give and go. Суат Сердар. Ну, какой-то немец турецкого происхождения. Ну, карта обалденная. Красота. Призм, ну это, наверное, зеленая вот. Надо смотреть, чем они отличаются. Тут вот флаг Германии получается. Очень красиво, давайте ее даже. Раз она зелененькая, пусть она идет у нас в упаковке. О, какая красота. Да, еще бы такую достать какую-нибудь. Я бы не отказался. А еще зеленая будет. Вот. Не одна, значит, зелененькая. Для Чехии Лукаш Масапуст. Далее Украина Михайличенко. Следующий Дэви Классен. Нидерланды. И зелененький он был. Темный паренек. Ну, это просто мозаика зелененькая. Но это Give and go лучше. Для Дании Занка. Вот такая красота. Тоже призм написано. Ну вот, понаделали их разных. Попробую разберись потом.
Так, следующий пакетик. Вратарь Хорватии Ливаković. Наш Игорь Дивеев. Новичок. Россия. То ли царапки, то ли так сделано. Царапка какая-то как будто идет. Джанлуиджи Доннарумма. Италия. И для Германии. Для Германии прям поперло. А это такая вот. Флориан Нейхаус. Это вот зелененький призм. А это простая базовая. Give and go. Все для Германии сегодня. Надо коллекцию изучать, потому что там много-много всяких разных. Можно по одной-две разных привозить. Такая красота. Всегда пакетик какой-то с вратаря начинается. Турок Мертгюнок, вратарь. Далее у нас Лукас Эрнандес, Франция. Следующий из Швеции Александр Исак. И Мозаика. Мозаика. Украина. Вратарь. Андрей Пятов. Украина. Ну да, вот так, если даже одного игрока собирать, тут сколько их вариаций. Всяких разных. Мозаика. Ну, выпрыгивай. Какая-то мозаика, не хочется выпрыгивать. Для Шотландии Маклин. Далее у нас Далсгард, Дания. Жоао Феликс, Португалия. И еще одна мозаика для Германии, скорее всего, да. А, тут, кстати, она тоже. Брейкэвэй. Илкай Гюндоган. Какой-то взрыв. Просто германский бокс. Бластер. Брейкэвэй. Нетиражный вот мега взрыв. Еще два пакетика. Да, наверное, стоит разнообразить. Брать не просто эти коробочки, а... Ох, зелененькая засветил, наверное, нет. Третья зелененькая будет у нас. Хорватия Петкович. Далее Швейцария Варгас. Италия Мойзе Кин. Ну и зелененький новичок. Взгляд такой серьезный. Ну, понятно, что трезубец. Это значит Украина. Александр Зубков. Зеленый новичок. Зеленый новичок. Зубков. Такие парни попались. Так, зеленый, зеленым. Сюда вот я его положу. Так, заключительный пакет бластер. А, бластера. Что там будет, тоже какая-то подсерия, по-моему. Австрия. Илсандер. Илсанкер. Польша. Шиманский. Для Германии Горецко. И снова Германия. Да что ж такое. Илкай Гюндоган. Брейкэвэй. Ну, реально заряжено для Германии. Вот. Две карты. Одна мозаик брейкэвэй, вторая простая. Вот они с этой стороны, они абсолютно одинаковые. Только слово призму здесь. Ну, мне понравился этот бластер. В принципе, можно еще такой какой-нибудь привезти. Разбавить, так сказать, брейки. Ну, а теперь приступаем к гибриду. В гибриде уже все видели. Я вот, к сожалению... Мельком посмотрел, несколько брейков, все еще не посмотрел. Тут какие-то номера, как обычно, мы раньше расшифровывали их в офисионале. Здесь уже неизвестно, как расшифруешь. 75, а дальше сливай. И даже не посмотрел все брейки, которые провелись на сайте, но посмотрю обязательно. Все-таки футбол маленько у нас оживает. Может быть, пойму, что хватит цены
задирать. Заработали себе на самолеты. Дайте другим повскрывать коробочки. Такая вот коробка еще одна есть. Выставлю. Тоже, наверное, сегодня ее. После этого уже брейка. Да, Германия в ударе, конечно, мне тут выпала куча карт по Германии. Автограф, конечно, мы не достали в бластере. Как они заманивают. Возможно найти автограф. Ну, можно найти, конечно. 1 на 1000, наверное. Ну ладно, здесь мы точно найдем автограф ее. По-моему, как-то перевернут бывает даже. Перевернутый автограф. Будем искать. Так, а пока что куча базы. Перелистаем. Словакия, Лоботка. Далее Финляндия, Глен Камара. Баумгартнер, Австрия. Тут у нас International Man. Men's of Mastery, Турция, Тегдемир, базовый не переливается никак. И снова к базе вернемся. Чиро Иммобили, Италия. Далее Брукс, Уэльс, Португалия, Рубен Диаш. И Камавинга, Франция, новичок. С Камавингой бегают... Не знаю с кем. Так, наверное, карту так надо. Хоп, так делать. Ансу Фати, Испания. Тоже весь травмированный. Вернер, Германия. Бабу, Швейцария. Новичок, Алиоски, Македония, Северная. Кевин Де Брюйн, Бельгия. Караваев, Россия, новичок. Далее Чехия, Доскал. И Мозаика, тоже Чехия. Это Томаш Калаш. По-моему, даже гол забивал на Евро. Переливашечка. Едем дальше. Брекало, Хорватия. Следующий Марио Фернандес, Россия. Далее Мираж, Турция. И снова переливашка. Новичок, Португалия. Даниил Поденце. Мозаика. Тоже призм написано. Вот она вот. Переливается. Огер Забайл, Испания. Далее Цыганков, Украина. Фрэнки де Йонг, Нидерланды. Уже не новичок. И Гринвунд, Англия. Фрэнки-то молодой еще. Так, что у нас тут? Пичмастер или монтаж? Я не посмотрел. Мойзе Кин был уже в бластере. Италия, Феликс, Португалия. Они, наверное, фасовка даже похожая. Эрнандес, Франция. Эти парни были три как раз. Так, Северная Македония, Элмаз. Следуем. Новичок для Бельгии. Это Вершарен. Россия, Гильерме. И Пичмастер. А, нет, еще... Пичмастера не дошли. Еще Алекс Крал. Чехия. Ну, турок. Турок. Даже на лицо видно, что турок. Тосун. Турция. Очень много турок, получается, тут попадает. Пичмастер. Куда тебе положить-то? Ладно. Все в одно, потом уже обзорчик. Посмотрим обзорчик.
Так, Шотландия Флек. Кристиан Эриксон Дания. Вот снова Турция. Чилик. Мозаика. Мозаика. Похож на турка. А нет. Не угадал. Думал, с косичкой тот турок. Это Австрия. Забицер. Карта для Австрии. Мозаика. Тэмми Абрахам. Англия. В Италию переехал. В Рому. Там Шамурадов будет с ним играть. Пау Торрес. Испания. Далее Швейцария. Варгас. И Леон Горецко. Германия. Тоже такой база. Бластери был. И Варгас, и Горецко. Следующий пакетик. Форс. Финляндия. Для Бельгии Прайд. Маркус Рыбус. Польша. Ваклик. Чехия. РС. Новичок. Мозаика. Для Финляндии. Сойри. Сойри. Тоже какой-то фин, не блондин. Немного затемненный. Так, итальянец Бастони. Вот какие-то точечки бывают. Ну, тоже все обращали внимание, что карты такие. То царапки, то точки. Бывает, посмотрите. Зубков Украина, новичок. И Патрик Ван Анхальт, Нидерланды. Патрик. Цуфал, Чехия. Новичок. Ух, по виду не скажешь, что новичок. Ему лет 30, наверное, уже. Для Шотландии Фрезер. Далее Шлегер, Австрия. И вот переливашка. Первая переливашка, наверное, их две или три в боксе. Циркул, или как там. Кружки, короче. International Man of Master. Это для Шотландии Джон Магин. Пока все в одну кучку, потом уже обзорчик поведу. Италия Пеллегрини. Далее Гаррет Бейл, Уэльс. Рабио, Франция. И Эгдал, Швеция. Тоже вот мелкие-мелкие царапки на карте. Мелкие царапки. Следующий пакетик. Начинает Турция. Чингис Ундер. Хочется, чтобы восходящая звезда когда-то считалась. Может, сейчас проявится где-нибудь. Северная Македония. Адеми, новичок. Далее Насер Чадли, Бельгия. Зелимхан Бакаев, Россия. И давайте, там какой-то синенький, наверное, тиражный. Дэнни Ольма, Испания, новичок. Пакетик новичков. Баку, Германия, тоже новичок. И вот старичок Ян Сомер, Швейцария. Вратарь. Так, за Бакаевым какой-то циркул скрывается. Синенький, наверное, с 99-ти. Синенький с 99. Небритый мужик. Испанец. Шестой номер. Испанец. Микель Мерино. Микелито. Итак, номер 31 из 99. Упакуем тебя в Холдерито. Испания. Да, там битва была, конечно, давно я такого не наблюдал уже. В последних минутах где-то на час растянули битву. Португалия, Франция, Испания. Это все Вербер намутил. А потом, получается, он не досталось ему ни одной команды. Так, половина бокса почти пройдена. Сейчас пакетик посмотрим. Бартхи, Северная Македония, как-то так. Калум Паттерсон, Шотландия. Уронин, Финляндия. Мозаика для Франции. Лукас Динь. Путь! Там засветил, наверное, там поди автограф. Сейчас я... Или просто перевернут.
Не, непонятно, перевернута карта. Ну ладно. Напугали меня, понимаете. Так, Лукас Динь, мозаика. Это просто перевернутый Олсен, швед. Почему швед перевернулся, я не знаю. Так, царапинка. Царапинка, Игорь Харатин, Украина, новичок. Далее Гравенберг, Нидерланды, тоже новичок. И Бакайо Сако, Англия, тоже не новичок, Сака. Как пенальти не забил, так старичок. Почему Олсен был перевернут? Непонятно. Так я и могу эту пропустить. Автограф. А вот тут автограф. Подозрительная карта. Там точно росчерк какой-то я видел, но не видел чей. Просто видел, что что-то там есть. Ну, хоть с автографом меня обманывают. Так, Словакия, вратарь, Родак. Далее, Шулер, Финляндия. Следующий, Лайнер, Австрия. Лайнер, Лаймер, там какие-то играли. Пиатек, Польша. Пич, мастер, переливающийся на все лады. Томас Дилейни, Дания. Циркл. Циркл призм Елейни. Так, Уильямс Уэльс, новичок. Далее, Жоао Канцело, Португалия. И Килиан Мбаппе. Эх, тоже царапка вот тут, где ноги у него. К большому сожалению, какие-то царапки все-таки на многих картах попадаются. Эден Азар, Бельгия. Далее у нас Роман Зобнин, Россия. Янг То, Чехия. Новичок, мозаика, Россия. Иван Обляков. Иван Обляков. Далее Родри, Испания. Тоже вот сбоку. Неровности. Кай Хайверс, Германия. Фернандес, швейцарский Фернандес, Заньола, Италия. По Италии мало кто, конечно, тут засветился вот в этой коллекции. Кто играл вот Донарума, только вот еще, по-моему, ну, Иммобили. А так некоторые имена прям просто так на скамейке запасных, может, просидели, может, и нет. Так, Сильвер там. Брозович, Хорватия. Макберни, Шотландия. Занка, Дания. Вилковский, Северная Македония. И Мбаппе. У нас Сильвер Призм, Франция. Килианушка, Мбаппе. Сейчас загрустил меня Мбаппе, когда Месси пришел. Призм, Мбаппе, Франция. Хорошо, положим тебя. Так, какой-то с какими-то пылинками. Да что такое? Новые эти пылинки какие-то попали тут. Килианушка, мы тебе положим, чтоб ты вот так вот был. Я думаю, это хит, потому что все-таки Килиан Мбаппе, да, он уже настоящая звезда. Так, Германия, Шульц. Следом Руй Патрисия, Португалия. И Джек Грилиш, Англия. Грилиш уже забил за Манчестер Сити. Конечно, такие суммы отваливают за них. Это хочешь не хочешь, играть надо. По пабам не походишь. По пабам. По-английски. Тейлор, Финляндия. Далее Грбич, Австрия. Роберт Левандовский, Польша. Так, далее Пичкинс, базовый. Это все узнали. Паренек, пичмастер. Антошка Гризман. Француз. Для Франции хорошо зашло. Михаил, что ли, Францию взял. Боролся не зря Михаил. Вот уже и Гризман, но, скорее всего, Мбаппе даже лучше, чем Гризман. Ампаду Уэльс, удаленный на Евро. Андре Сила, Португалия. Упамекано, Франция. И Регилон
Испании. О, там, наверное, тиражка будет. Две тиражки. По-моему, 49 и розовая. Это хорошо. Тони Кросс, немец. Далее, Брил Эмбола, Швейцария. Кьеза, Италия. Хорошо сыграл. Левакович, хорват. Дивеев, Россия, РС. Масапуст, Чехия. Далее, Валент, Словакия. И так переворачиваю, что видно всем. РС, 49, Блондин. Блондин, такой один. Опана, Польша. К сожалению, Польша всего лишь. Камил Юзвяк. Кругляшки в розовом цвете. Юзвяк, 16 из 49. Камилушка, тебя тоже упакуем, как бабушку. Так как ты у нас тиражный. Так, три пакета и авто. Четвертый, он лежит открытый. Шотландия, Маклин. Далее, Дальсгард. Это Дания. Гюнок, Турция. Так вот, базу-то можно собрать. Я уж подумал, может, базу начать собирать, что ли, мне. Хотя бы футбольную. Матондо, Уэльс. Не было тебя. Матондо на Евро, не помню. Раби Матондо. Баскетболист Мутомба был. Так, Джордан Пикфорд, Англия. Следом идет Тонали, Италия. Джейдон Санчо, Англия. И Тиаго Алькантара, Испания. Хорошие игроки. Чехия, Калаш. Шкрингер, словак. Сойри, новичок Финляндии. Забицер, Австрия. Момента Мори. Одна карта, что ли, у нас всего моментом было. Ой, давайте вот так ее рассмотрим. Это вантаж для Бельгии. Ян Вертонген. Базовый. То, что бывает еще циркл. Вот такой монтаж. Бельгия. Ди Лоренцо, новичок, Италия. Он играл. Джеймс Уэльс и Рубен Невеш, Португалия. Ну что, пакетик заключительный и автограф. Северная Македония, Димитриевский. Далее Боятта, Бельгия, новичок. Обляков. Не первый раз уже на Иван Обляков, Россия. Далее, ух. Ух, какой грозный Шкриндер, Словакия. Милан Шкриндер. Деклан Райс, Англия. Мерино, Испания. Кимих, Германия. И Джибриль Соу, Швейцария. РС. Так, как тебя тут сделать-то? Вот так раз, вот так два. Интригу потянем. Нидерланды, Хатебор. Ристовский, Северная Македония. Пашалич, Хорватия. Лот, Финляндия. И Малиновский, Украина. Это база. База. Здесь у нас турок, Демираль. Далее у нас Локотелли, Италия. И вот так вот. Локотелли закрывает автограф. Ну что, погнали. Там видно сразу, наверное. А. Йо, айо,
Юрий Тилиманс, Бельгия. Вот такой вот автограф. За Бельгию, кстати, тоже боролись. Не зря боролись. На автограф напоролись. Юрий Тилиманс, ну, не последний человек в футболе. Хорошо играет. Ну, вот такой мой первый брейк по мозаике. Еще коробочка есть, выставлю. А это Локотелли хорошо себя проявил на чемпионате. Так, давайте кратенько обзорчик замутим. Обзорчик. Итак, мозаики. Тут мозаики, наверное, одинаковые, что в бластере, что в гибриде. Погнали. Шкринер, Словакия. Матонда, Уэльс. Обляков, Россия. Динь, Франция. Сойри, Финляндия. Забицер, Австрия. Поденсе, Португалия. Калаш, Чехия. Пятов, Украина. И Ваклик, Чехия. Два вратаря заканчивают у нас тут мозаиками баловаться. Так, эти у нас всякие параллельки, подсерийки из гибрид-бокса. Ян Вертонген, Бельгия, монтаж. Пичмастер, Гризман, Франция. Пичмастер, переливающийся, Дилейни, Дания. Такой же переливашка, Интернационал, Мэн оф Мастери для Шотландии, Макгин. Еще один пичмастер для Турции, Тосун. И Интернешнл Мэн оф Мастери. Еще один турок, Тегдемир. Тегдемир. Так, эти парни у нас из бластеров были, да? Зелененькие бластерные ребята. Зубков, новичок для Украины. Занка, Дания, зелененький он был. Вот такие две карты. Одна базовая, другая переливающаяся мозаик для Германии. Илкай Гюндоган. Брекэвэй. Какой-то взрыв прям. Вот такая карта для Германии. Нейхаус. Give and go. Зелененькая give and go. Тоже Германия. Суат Сердар. Красивая карта. И далее у нас пятерашки с 99 для Испании. Микель Мерино. 31 из 99. Из 49 для Польши. Камил Южвек. 16 из 49. И Килиан Мбаппе. Кермит наш любимый. Франция. Призм. Я считаю, что это хорошая карта. Ну и далее автограф. Автограф игрока сборной Бельгии Юрий Тилиманс. Он сказал, поехали. Автограф гарантирует Панини Америка. Так, ну все. Вот такой был брейк. Спасибо всем за участие. Приглашаю в следующий брейк. Сейчас, после того, как видео залью, опубликую. Кому отправлять, пишите. Буду отправлять небольшими кучками, как хотите. Если не отправлять, можно ничего не писать, пусть лежат дальше. Ну, будем надеяться, на следующих брейках что-нибудь веселенькое достанем. Так, в принципе, коллекция интересная. Можно возить потихоньку, разнообразную, и вот переливашечки доставать всякие. А может, и на автограф нарвемся хороший. Ну ладно, пошел заливать. Всем удачи, счастливо.